Всем привет, с вами Крионик, и сегодня я вам расскажу, как скачать PUBG Mobile, теперь в русском App Store. В прошлом видео я вам рассказывал, как ее можно скачать на китайском App Store. Там очень такая сложная и долговременная схема, ну не прям сложная, но такая средненькая. Надо было поменять свой русский App Store на китайский, потом зайти, скачать, потом опять менять на русский, если хотите. А в этом видео все намного проще. Вы просто переходите по ссылке в описании, которую я оставлю обязательно. Надеюсь. Будем надеяться. И она вас переносит в App Store. Там вы уже скачиваете PUBG Mobile и все. И не беспокоитесь, играете нормально, все. Ну, или либо просто берете, заходите в App Store. Заходите в топ-чарты и выбираете самое первое приложение. Это будет PUBG Mobile. Она отличается от китайской тем, что у нее чуть хуже физика и графика. Но, скорее всего, ее в скором времени оптимизируют, и она станет намного лучше, чем китайская. Ну и... Что же я еще хотел сказать? Эта игрушка великолепная. Скачивайте, находите меня, мой Некрионик, и сыграем вместе. Ну а в конце видео... Нет, сейчас, не конец видео. Так, в середине видео, когда я с вами прощаюсь, и вы можете посмотреть трейлеры этих двух игрушек, PUBG на ПК и PUBG Mobile, хочу вам просто сказать то, что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите положительные комментарии под этот видосик и под другие. Ну а всем пока!敌人战斗地。